Я нахожусь на станции Нячанга. Уже 4 сентября. Пришел мой мотоцикл из Ханоя. Вот. Обошлось мне это все в 700 тысяч, 720 тысяч. 680 тысяч заплатил в Ханое за отправку. И еще 40 тысяч здесь за то, что вот его для меня будут разбирать. Ну, не разбирать, разбирать упаковку. Вот. Так, стоимость отправки 50-кубового мотоцикла до Нячанга из Ханоя составила 440 тысяч. 440 тысяч и еще 250 тысяч стоила упаковка. Упаковка вот в такой вот деревянный ящик, как видите. Вот. Упаковали его в деревянный ящик и намотали на него, как видите, это самое, картон. Картон, чтобы не поцарапался, нигде ничего с ним не произошло. Вот. Сейчас за 40 тысяч товарищ все это распаковывает, пытается во всяком случае. Вот. С помощью гвоздодера. Как вы можете видеть по качеству данного видео, да, оно значительно ухудшилось. К большому сожалению, когда я возвращался из Халонг-Бэя в Ханой, мой телефон Galaxy Note 2 сгорел под лучами палящего вьетнамского солнца. Вот, сгорел окончательно и бесповоротно. Ну, лежал на приборной панели, использовался в качестве навигатора. Ехали мы в самое пекло, в 12 часов в час. Вот, было очень жарко, я только увидел, что он начал глючить. Сразу же его остановился, достал его, начал реанимировать. Он был очень горяч, была горячая батарея, остудил его, но, увы. Увы, безвозвратно утерян, к большому и огромному сожалению, мой телефон. Вот. Также с ним потерялись все фотографии, все видеозаписи, сделанные на севере, сделанные в северной части Вьетнама, вот, после Нинбин. То есть и Ханой, и Халонг-Бэй, и многие-многие другие записи и фотографии, к сожалению, утеряны. Я попробовал отнести телефон в ремонтную мастерскую, где мне сказали, что накрылась материнская плата, и восстановить ее, либо как-то вытащить фотографии с него не представляется возможным вообще никак. Вон, здесь вот мы можем наблюдать, как эти самые черти запаковывали его, свернули руль к чертям вообще. И вот, товарищ просит меня помочь ему. Давайте сейчас ему поможем. Все вместе. Вот, встал на подножку. Вывернули руль, как последние обезьяны, накрутили, блядь, сюда этого гребаного скотча, вот, который придется отдирать, блядь, вместе с клеем. Но в полном и целом
байк пришел. Сейчас проверим содержимое кофров. Вот. Не попиздили ли чего. Это же Вьетнам, они могут. Вот. Могли. Сейчас вот скоро все узнаем. Что там да как. Входит она вместе с этими самыми коробками. Без коробок. Так. Момент истины. Шмотки на месте. Здесь тоже. Ну что ж, неожиданно, но все же приятно. Сейчас буду выделывать руль. Так, свернули мне нахуй этот самый, блядь, пидорасы, спидометр. Ну, сейчас буду приводить его к нормальному виду. Вот. Ну что, с вами был Алексей Герасимов, наше большое вьетнамское, большое мотоциклетное путешествие по северу Вьетнама закончилось. Моего транспорта. Все, до новых встреч, хорошего дня, хороших приключений. Пока.